Вот спустился на канатной дороге в Алма-Ату, вот на такую площадь попал. Отель, конечно, наверное, серьезный. Такая вот площадь в Алма-Ате. Наверное, это что-то центральное. Памятник. Сейчас посмотрим, памятник кому. Наверное, что-нибудь правительственное вот это. А это такое впечатление, что театр. Честно говоря, не знаю, чего это. Ну вот, такой город Алма-Ата. Ну, как мог вам сегодня показал гору как туда. Конечно, ночью мало что видно. Ночью очень красиво так, вживую. Но, наверное, немного видно, одни огни видны на экране смартфона или еще на планшета. Такой город. Все ездил по каким-то таким стареньким домам, я не знаю где. А здесь вот так хорошо, красиво, светло. Вот Абай Кунанбаев, памятник ему, не знаю, честно говоря, он сделал для Казахстана. Наверное, надо историю читать. Ну, глядишь, будет интерес еще посмотреть, кто он был такой. Ну, вот так вот. Пойду, наверное, какой-нибудь найду небольшой ресторанчик. Хочется попробовать национальную кухню казахскую. Что, всем пока, до свидания. Ну, как мог, вам показал гору. Город, не знаю, город уже не покажу, наверное. Всем пока, до встречи.